Ниренгерг Лариса свидетельствует, в 86-м пришла болезнь, рак кишечника. Три года лечилась под наблюдением опытного профессора, но результата не было. Ходила по гадалкам, экстрасенсам, но ничего не помогало. Становилось все хуже и хуже. Поняла, что жизнь подходит к концу – а на тот момент у Ларисы было уже трое детей. Вскоре она услышала проповедь Евангелия и пришла на служение в Церковь Иисуса Христа. Это было 3 сентября 1995 -го года, в прошлом веке. По дороге я почувствовала силы, во время служения текли слезы. Я вышла на поклонение и приняла Иисуса Христа – Домой летела, как на крыльях. Бог полностью исцелил меня. С тех пор прошло почти 22 года. С тех пор Бог дал мне еще четверых детей. Касымова Назира. Очень долгое время у меня был кашель, и как я только не молилась и что я только не делала, но ничего не помогало. Я провозглашала исцеление, победу над этой немощью, но кашель не проходил. Во время поклонения служитель получил слово знания и сказал, Бог исцеляет бронхи. И я почувствовала такую легкость и приняла это исцеление. Так что вся слава Господу! Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Мы, конечно, многие пришли к Господу, мы имеем этот вот отверженный такой дух бесовской дух отвержения что это такое дух отвержения это то что это ощущение того что ну как бы я недостоин у меня не получится у меня это не изменится я недостоин Божьих обетований и дьявол это всегда лжет потому что он говорит против истины вот Бог говорит вы все достойны Бог говорит, я для вас все это совершил. Это для вас мое наследие. Наследник, которому он все дал, Иисус Христос, умер. Мы наследники Божьи, сонаследники Иисуса, если страдаем вместе с Ним, если мы подвязаемся вместе с Ним принять. Он готов это сделать для тех, кто действительно ищет, жаждет. Но вот это вот отвержение, ну как бы, что это, ну откуда это все в нас. Естественно, я говорю, это очень сильно наше наследие, оно очень сильно. Ну, как бы мы рождаемся в этот мир. Обычное явление недооценивания отцом. Но в наше время многие отцы разбитые и побитые. Многие мужчины, они не состоялись как мужи Божьи. Это истина. Это так на сегодня. Это то, что дьявол повырубал очень-очень многих мужчин. Пьянство, наркотики, безволие, безответственность – это то, что есть. Конечно, когда потом такие становятся отцами, в них нету этой победы, которую бы они могли передать своим детям. Дальше оно как по наката найдет там порой отказ родителей от своих детей, этого больше, чем надо – Неудачи, там вот, которые нас преследуют, ну мир такой-то, мы не всегда в победе ходим. Нас высмеивают, нас обвиняют, и мы вот с этим комплексом приходим к Господу. Мы приходим, поймите, это наша плоть, это все эти внутренние наши боли, страдания, переживания. Дьявол прекрасно это знает. Дьявол знает простую истину, слово «лучше нас». И он прекрасно осведомлен, что если ты начинаешь соединяться с Богом, ты становишься одним духом, и тогда это Божье обетование, Божье благословение, они начинают наполнять тебя. Вот его задача любым путем сделать тебя отверженным от Бога, отверженным от обетований, он будет тебе лгать, да кто ты такой, кто ты такая, ты недостойный, ты недостойна Божьей любви, Божьих благословений, это его работа, и он это делает постоянно, постоянно будет сеять, постоянно лошадь в твое сердце, чтобы ты не принял себя, чтобы у тебя опустились руки, чтобы ты не стучал, не искал, чтобы ты вот это Божию. Как бы Божье знание отверг от себя. Бог все это сделал для нас. Господня земля все, что наполняет. Желание Бога, чтобы мы плодились, размножались, наполняли, обладали землей, владычествовали. Все. Это идея от Бога. Идея Бога прославить тебя. Нету другой идеи у Бога. И вот дьявол постоянно лжет. Он в твою плоть лжет, чтобы ты поймал какую-то другую лживую идею. Потому что дьявол знает, помышления плотские – смерть. Если ты будешь сомневаться, если ты будешь страшиться, бояться, э, не принимать это, оно никогда и не произойдет. Вот такая суть истории. Потому что ты будешь насыщаться от плода помыслов своих. Ты будешь отвергать истину или как там, восставать на истину. Да Бог знает, каких он призвал, разбитых, побитых часто. Он знает это прекрасно. И вот для нас он это все приготовил, чтобы мы восстали, чтобы мы приняли. Книга Притчи. В общем, суть такая. Дух человека переносит его немощи. А пораженный дух, кто может это ну, как бы подкрепить, когда он пораженный у тебя. Дух. Вот желание, смотрите, дух. Я должен научаться соединяться с Богом духом. Человек есть дух, Бог есть дух. Не по плоти. Я должен научаться это делать, я должен соединяться, я должен не обращать внимания на свою плоть, на свои чувствования, на лживые мысли. Моя задача – соединиться. Задача дьявола – поразить твой дух твоей же плотью. Поразить, чтобы ты не молился, ты не искал, ты не постился, ты не вникал в Писание в Слово. Еще раз объясняю. Ребята, со стороны Бога Он все сделал. На кресте Он сказал, свершилось. Все для тебя, все для меня. Но теперь наша сторона. Мы должны прилагать старания и усилия, чтобы то, что Бог дал, оно стало нашим. Чтобы то, что Бог дал – оно пришло в нашу жизнь. Это только стараниями и усилиями. Что происходит? Когда вот это отвержение, которое дьявол сеет в наши сердца через там этих множество бесов, которые по роду часто достаются, что происходит с нами? Дух наш не возрастает, когда отверженность, она вот просто держит нас в рабстве он сеет, ты отвержен, ты где-то согрешил, Бог тебя не благословит, Бог тебя не поднимет. А Бог говорит, семь раз упадет праведник, поднимется и станет. А дьявол лжет постоянно. И когда этот дух не возрастает, у нас нет побед, нет благословений, нет той жизни, которую он даровал для нас. И мы начинаем сами себе придумывать, да, видимо, это не для меня. Ребята, это для всех, кто просто очнитесь. Очнитесь, как слово говорит, имейте очи и не видите, Бог желает поднять, Бог желает возвеличить, Бог желает прославить, но ну, чтобы ты проснулся от своей плоти, не жил по плоти. Когда ты живешь по плоти, что вот происходит? Ну, для меня это как это легко определить, я постоял вот там на входе, на глазки ваши посмотрел, что там? Когда у тебя нет этого служения э, в духе. Уныние, печаль постоянная в глазах, замученные, только проснулись с утра, уже жизни никакой нету. Ну что, депрессия, отчаяние такое, мысли о смерти, это вот то, что плоть наша производит. Жизнь не удалась, жизнь не состоялась, и мы сами себе выдумываем, придумываем, потому что это вот эти бесовские атаки этого отвержения, отделить тебя. Вы знаете же, вы можете, ну как бы, проснуться, все прекрасно, хорошо, через 5-10 минут какие-то мысли приходят, и уже ничего не хочется. У вас бывает так? Вот это вот бесы вот так атакуют нашу жизнь. Кто-то что-то нам сказал, и мы начинаем э, сразу как бы... Закрываться Что происходит с нашим телом Когда этот дух отверженный Он начинает контролировать нас Властвовать над нами Это вот преждевременная старость Люди порой смотришь Древние Ко мне иногда подойдут и говорят Да я старый уже я говорю, Сколько тебе? Да мне уже больше сорока Я думаю О господи Дом престарелых Жизни нету Это вот так дух отвержения, он убивает тебя, он старается отдалить тебя от того, что Бог сделал, от того, что Бог даровал, Бог совершил. Больные, разбитые сердца, нету здоровья. Почему? Потому что ты отвержен от Бога. Тебе нужно соединиться во что бы то ни стало с Ним. Только с Ним научиться, Господь, помоги, что мне сделать, что мне совершить, чтобы соединиться с Тобой, чтобы та жизнь, которую Ты даровал, она стала моим достоянием. Я еще раз говорю, ребята, без страсти не получится. Вот найдите ее в себе. Я вам говорю, вот сколько людей приходят молиться за эти годы онкологические, там, излечимые, неизлечимые. Я даже это не понимаю, там, все эти названия мне не нужны. Для меня важно одно, чтобы человек желал жить. Чтобы человек нашел для себя цель, почему он должен быть здоровым. Если ее нету, навряд ли исцелишься. Вот когда у человека это есть жажда, стремление быть богатым, чтобы быть благословенным, Бог всегда за тебя. Когда есть у тебя желание только для себя, любимого, ну, маловероятно, что можно получить. Вот Бог смотрит на это, в нас. Есть ли это или нет? Ребятки, еще раз говорю, когда у тебя много лет этой страсти не было, это очень трудно. Ну, страсть одна, вот, как бы, проснуться, в холодильник нырнуть, со служения прибежать туда же. Некоторые не выдерживают во время служения, там в буфет ломятся, скорее плоть напихать. Поймите, вот это то, что должно быть, страсть. Ребята, я не знаю, вот найдите ее в себе, найдите эту страсть, без нее, но ну, вы не изменитесь. Вот что происходит? Многие приходят разбитые, побитые, все. Им сказали от церкви, пожалуйста, есть церковь, там Бог действует. Они пришли сюда, они ходят, да, что-то, песенки, э, поют тут хорошо, проповеди. Там полегчало на некоторое время, а потом смотришь, этого человека нет. Почему? Потому что плоть надо менять. Я никогда не учу вот это, ребята, не пожалуйста, ну вот, слава Богу, тут 200 стран будут смотреть, по и вам всем здесь. Не надо вот это вот в конце там служений, кто хочет принять Иисуса, поднимите руки, ребята, откуда это? Примите Иисуса, вам станет хорошо, откуда вы это взяли? С какой Библии? В Библии написано, совершите достойный плод покаяния. Отсеките от себя все, что мешает. Чтобы действительно жизнь Божья состоялась. Чтобы эту жизнь принять, нужно прилагать усилия, старания. Поэтому не дурите людей. Не надо это делать. Потом отчеты писать там, сколько людей приняли Иисуса, вышли к алтарю, а их не знаю сколько, где искать. Это, по-моему, мне ребята из Санкт-Петербурга говорили, уже по статистике Санкт-Петербург пять раз покаялся еще лет десять назад. Вот от того, что проповедники такие. Это не то. Поймите, когда ты принимаешь Господа, в жизнь свою, в чем-то благодать, но еще больше дьявол может атаковать тебя, чтобы эта Божья жизнь не состоялась. Он не заинтересован в том, чтобы мы были успешны, мы были благословенны, мы были наполнены жизнью. Его желание вот тебя отторгнуть от Божьих обетований. Я говорю, мысли, неверия, сомнения, страхи, грехи, плотские, блуд, пьянство, наркотики – это Его желание тебя оттащить, чтобы ничего ничего не состоялось. И вот здесь для этого Господь нам дал, ребятки, кровь Иисуса Христа. Я уж, ну за все эти годы, я уже не знаю, сколько молился, Господь своей святой кровью, а мой, очисти, освети вот эту мою совесть от мертвых дел. Дальше, для служения Богу, потому что без служения Богу. Немало что светит. Поэтому я молюсь, Господь, сделай это в моей жизни, сделай это, чтобы действительно то, что Бог совершил, то, что Бог предначертал, оно стало моим. Я вам говорил, что как важно, но ну, мы пришли к Господу. Как важно, когда мы пришли к Господу, это только маленькое начало. И дьявол будет стараться, ну, как бы сбить тебя с пути. Это его задача. Это его задача, чтобы Божьи благословения, они не пришли в твою жизнь. Ребятки, это все в мыслях. И поймите, вся разница вот в том, что как вы читаете Слово и как принимаете. Одно и то же слово. Вы его читаете, вы его слышите. Один услышит голос Божий. Это для меня. Боже, я это жажду. Наполни меня ревностью. Наполни меня исканием. А второй будет сидеть. Не, я это не смогу. Это не мое. Вот плоть. Голос плоти. Да откуда это все придет? Да как это изольется? Это придет от веры в Божье Слово. Когда мы верим, Бог начинает делать. Когда мы жаждем, Он начинает изливать. Когда мы начинаем искать, Он обещал ищущим воздать. Ребята, это просто. Взял вон чистый лист бумаги, ты и Бог, что у тебя в жизни есть? Какая плоть у тебя, чем ты ее кормишь? И что в духе есть? Что ты выбираешь для себя? Сесть, посидеть, чтобы действительно разобраться, кто я, где я. Что-то в чем-то покаяться, чтобы действительно то, что Бог дал, оно совершилось, оно состоялось. И Естественно, жизнь такая сегодня. Поймите, что мы пришли там отверженные, может быть, и очень сильно. Да плюс, эта жизнь такая сегодня, что тебя могут везде отвергать, проклинать, унижать. Но выше этого надо быть. Это трудно, но написано не на всякое слово обращать внимание. Помните такое? Оно не получается. Плоть начинает э, ныть. Плоть начинает искать своего. Вот почему я говорил. Каждый день, когда вы ложитесь спать, Господи, я прощаю всех. Всех обидчиков. Всех, кто причинил мне боли, раны, страдания. Если вы это не будете делать, вы будете свой храм разрушать. Если вы, вы это не будете делать, вы будете сами, сами просто разваливаться. Но у нас часто так, когда нам какую-то боль делают злом, мы на зло отвечаем злом. Или принимаем решение, может быть, кто-то из вас принимал, я это никогда не прощу, я это никогда не оставлю, я отомщу, я это так никогда ни за что не оставлю. Или там еще фраза, я это с под земли достану, ну, принято так говорить, он в подземлю полезет, к мертвецам. Поймите, что и вот это люди все это исповедуют, все это исповедуют своими устами. Поймите, это же сила слов, мы это не понимаем. Я, ну, отдельно для братьев скажу, ну, вот, мне же приходится профессия исповедания принимать. И часто это так, ну, мужики, некоторые любят гульнуть налево, направо там, а женщины об этом узнают. И вот что они делают? Женщины мстят и тоже блудят. Это исповедание для всех мужиков. Примите к сведению. Я этого наслушался везде. И часто женщины говорят, никакого желания не было, вот просто, ну как, злом на зло ответить. Обидой на обиду, болью на боль. Потом наследие. Потом дети. И вот так из поколения в поколение – эти боли, эти отвержения, они наполняют жизнь. Они наполняют жизнь, и нам порой мы не понимаем, почему, от чего это. Папы, мамы обычно не исповедуются перед детьми, не рассказывают, что и как. Но все это вот так наследием, оно идет, оно тянется. Мы вроде бы читаем Библию, но вот что-то и кто-то нас держит. Мы читаем Слово Божие, вот эти, как я говорю, это привет из прошлого, он постоянно что-то нам напоминает, и нам порой так трудно войти в это служение Духа. Я ну, всем говорю, ищите. Это Самое интересное это в Господе, когда Он начинает говорить, когда Он начинает открывать. Да, спасибо за множество свидетельств, которые я уже слышал э, с ваших уст, это прекрасно, но дело в том, что есть что-то всегда больше, Ребята, ну запомните, не для плоти, я не настолько безумец, я не настолько глуп, чтобы жить в обидах и молиться Богу. Это просто не работает. Это мертвые дела, от которых нужно очищать свое сердце. Очищать. Помышления плотские – это мертвые дела. Помышления греховные – мертвые дела. Боже, омой своей святой кровью. Очисти мою совесть. Отдели от, этой, от этих мертвых дел. Отдели от этих плотских привычек, обычаев, чтобы Божья жизнь, она состоялась, она совершилась. И оно все рядом. Ребятки, все это рядом, но это от тебя, от меня зависит. Жить по плоти или жить по духу. Я, ну, прекрасно понимаю, что я не всегда живу по духу. Не всегда. Но я думаю, Господи, а если я нет-нет, там где-то пролетаю, согрешаю, а что же другие тогда делают, а? Чем вы тогда живете? Церковь пришли, песни попели, проповедь послушали, помолились и домой пошли дальше, плоть накачивать. Но, ребят, есть, я говорю, есть то, что оно рядом. Может быть, вам как бы не удавалось, но оно просто интересно. Оно интересно жить именно по духу, жить в ожидании того, что Бог приготовил, жить в ожидании того, что Бог для тебя и для меня даровал именно во всей, во всей полноте, во всей полноте. Потому что, ну как, я говорю, прекрасное обетование, что не видел того глаз, не слышала уха, не приходило ни тебе, ни мне на сердце, что Бог приготовил любящим его. Послание Ефесянам читаю вы некогда находились во тьме, но теперь в союзе с Господом вы свет. Живите, как дети света, так как плод света во всякой доброте, справедливости, истине. Старайтесь выяснить, чем вы можете доставить удовольствие Господу. Кто-нибудь об этом думает? Да? Ну, братья в основном, как всегда. Что мы может доставить удовольствие Господу? Не участвуйте в делах, порожденных тьмой, но разоблачайте их, так как о том, что это люди делают в тайне, даже говорить стыдно. Но все, что выносится на свет, становится очевидным, поскольку все, что становится явным, это свет. Вот почему говорится, пробудись спящий, восстань из мертвых и Мессия зарит тебя своим светом. Восстаньте от этих дел плоти, очнитесь, пробудитесь, чтобы то, что Бог даровал, оно действительно стало вашим благословением, вашим достоянием. Чтобы, ну вот, вы не просто, ребятки, милые мои дорогие, то, что вы пришли хорошо в церковь, да, это прекрасно. То, что вы слушаете хорошо, но теперь дальше. Вера без дел мертва. Боже, что я могу сделать, чтобы доставить тебе радость, доставить тебе удовольствие? Что я могу сделать? Что я могу совершить? Сегодня, не когда-нибудь, а сегодня. Что я могу сделать? Чтобы действительно ты видел, твой сын, твоя дочь ищут, твой сын, твоя дочь жаждут, твой сын, твоя дочь желают действительно быть исполнителями слова, а не забывчивыми слушателями. Чтобы действительно то, что он приготовил, то, что он даровал, стало твоим. Все эти обетования рядом. Ну, я не знаю, вот поразмышлять, да, вот. Ну, остановитесь там, как на путях ваших, вот поразмыслить. Вот о чем ты думаешь целый день? Что ты говоришь? Что ты делаешь? Это не сложно, это наша жизнь. Твои чувствования, ну, вот это мысли, да, это мыслительный, чувствительный процесс. Что, почему? Что ты сам выбираешь? Это же выбор. И вот очень важно, ну, я говорю, ребят, пусть вы пришли хоть какие. Разбитые, убитые, мертвые. Вот как Писание говорит, мертвые. Вы для Бога мертвы. Но Он сеет это слово с желанием, чтобы это семя произросло, чтобы это семя произвело добрый плод, чтобы действительно то, что Он приготовил для тебя, в чреве матери оно состоялось. Когда Он тебя чудно там соткал, зная все твои дела, зная то, что тебя ждет, зная то, что Он приготовил, вот самое важное. Господи, открой мне это, чтобы я знал свое призвание, знал свое предназначение, что мне делать, что мне совершать, чтобы принять от Тебя все эти великие, драгоценные обетования, ту жизнь, которую Ты даровал во всей полноте. Это постоянно, всегда, как служишь, наблюдаешь, кто-то загорается на короткое время, кто-то улетает, такой творческий процесс. Конечно, для меня приятно, когда многие люди, ну по-настоящему, они ищут, жаждут, жаждут, Господа. Но еще раз говорю, не отсюда оно приходит, не отсюда. Поймите, вот ну как объяснить? У меня этих проповедей вот такая стопка, если не больше. Это все, что я проповедовал. Я многие могу открыть, для вас они как новые. Но мне каждый раз приходится искать. Я каждый раз начинаю молиться, Господь, что ты хочешь, что ты желаешь. Хотя есть такие, которые даже мне самому нравятся, это редко бывает. Поймите, вот это жажда искания, жажда искания, и когда оно есть, Господь, что я могу сделать для Твоего народа? Что, как я могу послужить, чтобы эти рухнули твердыни лжи, которыми дьявол держит многих? Это отвержением от Твоих обетований, от Твоей жизни. По вопросам приобретения книг Василия Кузина обращайтесь по адресу. Россия, город Санкт-Петербург, 1973-50.